Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в Bullet Bender, Dead Ahead, Dino Park, Ice Cream 3, Red Ball 4, Zombie Tsunami, Crazy Santa, Christmas Escape и Roll Lex. Ну и только самый крутой подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем спасибо, кто успел, ребята, но мы начинаем с первой игры. Я уже ранее играл в эту игрушку, ребятки. О, это что такое? Это что за хардкор? Ничего себе. Так, ладненько, это, короче, наши бонусы. За каждого подбитого чувака мы с вами зарабатываем, в принципе, денежки. Нам желательно хедшотить их, потому что за хедшоты нам дают чуть больше денег. Оу! И теперь смотрите, как это все было быстренько. Бау! И последний, к сожалению, мы с вами не добили. Да, к огромному сожалению, но ничего. Мы сейчас с вами что-то купим себе. Давайте посмотрим, что мы можем купить за 1200, грубо говоря, монет. Мы можем купить себе, так, пестик. Это что, все 300 стоит? Next upgrade 300, ладно. Хорошо, давайте тогда постреляем с этой вот пушки и погнали. Так, первый выстрел, это у нас заложник. Бяу. Так, мы подбили чувака. Заложника пропустили, потому что он зелененький был. И второго тоже мы подбили. Кстати, за каждую катку нам, в принципе, дают... Ребят, немало денег, поэтому давайте мы мне открылась снайперка, класс, давайте лучше со снайперкой постреляем, да? Ребят, не забывайте писать в комментариях о каких-то крутых игрушек, я обязательно их буду играть. Так, пяу, получи, мы прям попали в бочку, ребята, смотрите, бух, красиво, да? Очень красиво. Вообще, у нас чувак красавчик, да? Он занимается добрыми делами. Так, ладно, погнали дальше. Так, пуля полетела. Так, тебя мы уничтожаем. Бэм. И, наверное, в бочку эту вот выстрелим. Опачки. Есть, а заложники, вернее, ну да, заложники остались в живых. Ну, либо гражданские лица, которые не причастны там к каким-то криминалам и все такое, да? Ладно, no thank you. 170 монет и еще ган. Так, давайте мы, может быть, с вами апгрейдним ганчик, да? Будет у нас теперь новое оружие. Окей, погнали, ребята, выстреливаем. И теперь в голову. Бах! 800 монет. Ой, 80 долларов мы с вами зарабатываем за один хедшот. А если мы попадем, например, не в голову? А, если мы не в голову, если мы попадаем просто в человека, то мы ничего не зарабатываем. То есть нам нужно стрелять только в голову, и все. Ребят, по-другому быть не может. Но в thank you. Давайте мы с вами пройдем еще несколько миссий. О, это уже прикольно, смотрите. За этим чувачком гонится воришка, ну, либо грабитель какой-то. Па, все, подстрелили мы его. Отлично, смотрите, как прикольно, да? Он выжил, тот чувак. Молодец. Так, climb, 200 долларов, хорошо. Давайте еще, ребята, две миссии. Так, нам нужно подбить какого-то чувача. А, я понял, сейчас жертва идет. Отлично, жертву мы не трогаем. И вот так вот в голову. Пяу. Все, до свидания, чувак. Вот так это все было. Прикольно, да, пуля просто обошла его. Ребят, и выполняем последнюю миссию. Так, самую последнюю, что... ну, последнюю миссию на сегодня. Хедшот, хедшот, и еще хедшот. Есть. Ладно, ребят, открываем другую игру. И это у нас Dino Park. Ребят, смотрите, нам нужно сложить с вами еще вот такую вот одну кость, ну, вернее, найти. Либо же вот таких вот две и вот такую вот одну. И тогда мы с вами, грубо говоря, выведем еще два вида динозавров. Ладненько, платим 130 долларов, чтобы копать в этом вот месте. И мы тут можем... О, эту косточку найти, кстати, та, что нам и необходимо, ребята. Ладно, давайте мы тогда эту вот штуку разобьем. Ну-ка, что тут у нас? Так, хорошо. И давайте центральную. Тут я вот я что-то вижу вот под ней. Вот там что-то есть. Так, да, ребята, мы что-то с вами нашли, отлично. И теперь давайте мы разобьем. Так, давайте это вот разобьем. Мне главное вот это вот найти, ребятки. Отыскать эту кость. Так, деньги, блин. Ладно, давайте мы купим еще три кирки. Так, все, купили три кирки. Мне нужно срочно сложить эту косточку. Так, это сюда вот. Это сюда вот. Разбиваем, разбиваем. Так, есть хотя бы... Блин! Вы что, издеваетесь? Что, нужно будет снова за кристаллики покупать это все? Ребят! Чё, блин, смотрите. Это мы просто плохо это все раскопали. Так, я могу еще... Еще купить? Нет, к сожалению, не могу я остальное купить. Ладно, давайте копать еще раз, потому что нам нужно с вами вот ту кость отыскать. Да, вот эту вот кость нам нужно обязательно отыскать, ребята. Делаем вот так вот. Та-дам! Та-дам!
Та-дам! Даже две кости мы с вами можем найти. Ладно, ну и давайте, у нас есть три кирки, давайте мы вот так вот сделаем, чтобы побыстрее это все было. Так, опа, что-то нашли или нет? Нет, к сожалению, ничего не нашли. Ну, в принципе, хватит и такого. Ладно, возвращаемся обратно в парк. И мы можем, ребята, сложить с вами вот этого вот динозаврика. Смотрите, раз косточка, два косточка, и сюда вот. Есть, это новый вид, их уже двое, ребят. И они сейчас будут нам, в принципе, там, деток, наверное, делать, да? Ну, я, в принципе, надеюсь на это. И давайте мы с вами, ребята, еще поедем. Куда мы поедем? Давайте мы поедем еще на раскопки. И постараемся себе раскопать еще одного динозаврика, ребята. Так, о, как раз то, что нам и надо. Друзья, нам с вами нужна вот такая вот косточка. Вот такая и вот такая вот, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно же. Так, это сюда, уже собрали, отлично. Так, хорошо, ребята, хорошо. Угу, это вот нижняя часть, это вот эта вот часть, крайняя. Так, а тут у нас что-то есть? Нет, больше тут я ничего, ребята, не вижу. Теперь давайте начинать раскапывать. Давайте вот так вот, тут и вот тут вот. Эти три штучки раскопаем, да, есть необходимая деталь. А хотя нет, стоп, нету. Так, только одну необходимую деталь мы с вами нашли. Ладно, давайте покупаем. За один кристаллик. Три кирки. Мы с вами сейчас все соберем, ребята, смотрите. Та-дам, эта кость собрана. И эта кость тоже собрана. Отлично, мы с вами все собрали. Какие же мы молодцы. Назад в парк. И мы сейчас выведем себе еще одного животного, да? Да, вот этого вот, ребятки, животного мы выведем. Отлично, у нас уже их двое будет. А, это какой-то маленький. Смотрите, это маленький. Ребята, наверное, девочка, это парень. Вы что, тут деток еще не делаете мне? Так, тут что у нас есть? Это что-то бесплатно. Ну, давайте мы, наверное, возьмем. Если это бесплатно, да, это кристаллики. А также мы можем покупать кристаллики, то есть вот эти вот монетки, да? Но пока что мы этого делать не будем, ребята. Вот видите, ходят люди и... Ой, там ходили, короче, люди, и они, в принципе, платят нам за это денежки, короче. Вот видите, наш парк нам приносит деньги. Довольно-таки немало денег он приносит. Ладно, ребят, давайте будем тогда открывать другую игру. И это у нас Roll Lag, ребят. Я уже когда-то играл вот в эту вот игрушку, она, в принципе, прикольная. Мне, лично мне она нравится, ребят, даже очень сильно. И мы должны здесь с вами взять первое место. По-другому просто быть не может. Так, разгоняемся. Тут мы отпрыгиваем, отлично. Тут мы все тоже перепрыгиваем. Еще разгоняемся, давай. Ай, почти что, почти разогнался. Почти разогнался как надо. Так, хорошо, хорошо, ребята, хорошо. Летим, пока что все нормально. Мы пока что с вами первые, это главное. Это главное то, что мы с вами первые. Давай. Турбо ускорение пошло. Брррр, отличненько. Отлично, ребята, отлично. Приземляемся. Оу, это было эпично, эпично. Давай. Сейчас нас еще обойдут. Блин, нас обошли. Да как так вообще, а? Я не понял, как так-то? Блин, что-то мы с вами сейчас возьмем второе место. Нет, блин, на финише меня сделали. Вздрючили меня на финише, представляете, ребята? Представляете, как же жестко. Так, ладно, давайте на джекпот у нас, наверное, не будет. Что, дополнительных денег вообще не соврал? Капец. Это вот позор был. Это был такой жесткий позор. Ладно, давайте еще раз. Попробуем, вот тут какая-то другая карта. Отлично. Ребята, разгоняемся, разгоняемся. И подпрыгнули. Опа, есть. Дальше снова подпрыгнули. Хорошо, тут мы сейчас ускоримся с вами немножечко. Ускорились, оттолкнулись. Отлично, полетели, ребята, летим. О, блин, тут можно было разогнаться, в принципе. Да, можно было разогнаться, если бы там не было под горку. Так, давай. Ребята, у нас еще, в принципе, с вами есть время, и мы пока что даже первые. Ну, первые, то вторые, то первые, то вторые, то первые, да? Так, может быть, сейчас мы сейчас разгонимся с вами. Давай, разгоняйся, блин, чувак. Нет, не хотел он разгоняться. Ладно. Наше первое место у нас забирают, ребят. Мы не должны этого позволить. Ну уже, давай, быстрее. Быстрее беги, чувак. Быстрее. Теперь давайте парашютик. Хотя нет, парашютик мы использовать не будем. Короче, ускорение. И бррр, взрыв. Погнали. Ну все. Ребят, это в принципе финиш, да. Вот сейчас мы с вами точно берем первое место. 100%, даже 200% первое место. И давайте на 200 баллов. Опа! Блин, на соточку попали. Ладно, ну соточка тоже в принципе нормально, даже 140. И мы с вами можем купить себе новый скин, а ну-ка. Да, мы с вами можем купить себе новый скин. Давайте мы его купим и в принципе еще одну катку сыграем за новый скин. О, мяч. Ну мяч тоже в принципе неплохо. Все, ребята, последняя катка. Погнали, неважно, выиграем мы, либо проиграем.
Это последняя карточка. Да блин, что, я последний или что? Как так получилось-то? А? Как так-то? О, сейчас мы их вздрючим, ребята. Все, я уже их вздрючил. Разгоняемся. Подпрыгиваем. Так, теперь летим, 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 летим. Вот тут можно было разогнаться. Давай, 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 давай. И взрывная волна пошла. Так, к сожалению, до финиша, ребята, мы с вами не долетим вот таким вот темпом. А хотя бы мы бы долетели, если бы все время вот вниз и шло. Оно, в принципе, все время вниз и идет. Там, кстати, чуваки, блин, прям по пятам бегут у меня, да? Так, ладно, ладно, ребята, еще не вечер. Еще не вечер. Мы еще можем с вами вздрючить их. Давай, 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 давай. Взрывная волна пошла. Есть! Вот теперь, ребята, это наша победа, да. Это наша победа. Первое место. О, там есть джекпот, ребята. Давайте постараемся выбить джекпот. Либо же 200. Что? 200 выбил, либо 100? Ой, либо 5. Да, 200. Отлично. Ладно, ребят, давайте будем открывать другую игру. И это, ребята, у нас Dead Ahead. Прикольная, кстати, игрушка. Смотрите, мы играем в зомби-апокалипсис. Играем мы за эту вот девочку, которая... Ну да, это девочка, ребятки, потому что я смотрел вступительное видео. Также мы можем ускоряться и можем отстреливаться. Да, у нас есть патроны, но только 5 патронов. Если вы видите, видите, там вот вверху написано amount и 5. То есть amount — это пуля, то есть 5 пуль, 5 патронов. Так, разгоняемся, ребятки. Это не максимальная скорость, которая есть у этого мотоцикла. Максимальная скорость — это 80, ребята. Вот давайте мы с вами до 80 все разгонимся. А нет, 70. 70 это максимальная скорость этого мотика. Главное не врезаться, ребят. Оу! Что? Тут гигант меня сейчас поймает еще. Так, мы можем отстреливаться от него, наверное, да? Так, я не понял, просто я отстреливался или нет? Так, на, получай, получай, получай. Давай, 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 газуй, газуй. Блин, он меня скинул. Да что за прикол вообще? Что это за гигант еще такой? И как вообще его можно подбить? Ребят, кстати, еще немножечко мы с вами тогда что-то улучшим. Потому что каждое усиление стоит тысячу монеток, да? Ну ладно. Я думаю, что за этот раз мы с вами 1000 монеток насобираем. Так что это очень хорошо. Ускоряемся. Давай, 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 давай. Газуй, 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 газуй. Только не врезайся. Блин, тут очень много препятствий, ребят. Очень много ямок там различных. Вот. О, блин, там что-то было. Там были патроны, ребята. Короче, значит, что не нужно так быстро газовать, мне кажется. Потому что, когда мы так быстро газуем, мы с вами не успеваем подбирать все, что есть на нашем пути. Кстати, маленькие зомби меня не могут догнать. Только большие зомби в состоянии это сделать. А маленькие нет. Но сейчас уже где-то будет, наверное, большой зомби. О, вот и он. Вот и этот, блин, зомбиара. Так, мы отпрыгнули с вами. А, что тут на ямках? На ямке нужно заезжать или что? Так, на, получай, получай. Стреляем его, стреляем. На, еще. Все, reload. О, отлично, он оторвался от нас. Это хорошо, ребят. Все, мы перезарядились. У нас 6 патронов. Блин. Так, на, еще кабаняра. Так, кабана мы этого с вами немножечко подбили. Сейчас мы перезарядимся. Еще будем стрелять в него. Давай, 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 давай. Пока все хорошо, ребята, пока все хорошо. На, отстреливаемся, отстреливаемся от этого кабана. Эй, сбил меня. Вот, блин. Ладно. Смотрим, сколько у нас денег. Отлично, 100... Ой, 1100 монет. Хорошо. Давайте посмотрим, что мы с вами можем улучшить. Так, ускорение, перезарядка. Давайте ускорение. Так, все, прокачали. Отлично. Вот теперь у нас... Ох, что это было? Что это такое, ребята? Неужели... А, серьезно? Это то ускорение? Ну, прикольно, конечно, прикольно. И за это за все нам давали денежки, да? Отлично, интересно, сколько я сейчас денег уже заработаю именно вот за этот заезд. Мне прям очень интересно. Так, знаете, что еще нужно подбирать? Нужно еще подбирать на дороге, когда вот встречаются эти патроны. Потому что мои патроны ограничены. Вот, кстати, я там что-то пропустил. Я там что-то, ребята, пропустил. Газуем, газуем, газуем. О, обратно этот зомбиара. На, получай. Капец, сколько мы денег заработали? А ну-ка, давайте посмотрим сейчас. Так, 122 монеты, как же мало. Ладно, ребят, закрываем эту игрушку, открываем другую. И давайте это будет у нас Red Ball 4. Продолжаем проходить Мрачная фабрика. Остановились мы на 39-й миссии. Давайте постараемся пройти ее на идеально. Просто когда мы проходим все миссии на идеально, тогда, ребята, нам дают какие-то плюшечки. А чтобы пройти все на идеально, нам нужно с вами подобрать все звездочки. Так, разгоняемся, разгоняемся, есть. Давайте чекпоинт, есть. Вот там вот уже чекпоинт у нас. Хорошо, так, вау, 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 вау. Так, тот чувак свалился, отлично. Это очень хорошо. Так, мы поехали в обратную сторону. Главное не упасть. Главное не упасть. А то если упадем, будет все очень печально. Блин, блинский, что за ерунда-то такая, а? Так, ну ладно, давайте попробуем тогда еще разок. Ребят, не знаю, может быть одну миссию с вами пройдем, может быть две. Так, давай, 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 чувак. Оп!
Что, я прям на него налетел? А как так-то вообще? Ребят, как так так получилось? Блин, вот с первого раза вот реально мне тогда вот фартануло. Прикольно, конечно, тогда мне фартануло. Опа, есть. Вот и сейчас тоже нам с вами фартануло. Так, отлично, теперь главное не свалиться. Все, миссия выполнена. С третьего раза, да? Ребят, ну неплохо. Так, это что, значит, в другую сторону поедет, да? Так, она едет в другую сторону, эти лазери. Эй! Угу. Так, ладно, ладно, ребята. Я, походу, понял, что тут нужно делать. И вот сейчас. Та-дам! Так, чувак, ты чё, блин, на, получай. Я тут еле эти лазери прошел. Так, все у нас чекпоинт. Эй, звездочку не подобрал. Так, нам нужна звездочка. Так, и эта звездочка нам нужна. О, взрывной пацан. Давай, взрывайся. Будешь взрываться или нет? Чё, блин, это уже финиш, ребята. Это уже был финиш, реально. Я уже, в принципе, прошел эту миссию полностью. Так, ты чё, взрывной... Нет! Я ее не прошел на идеально, ребят. Нужно вернуться. Так, нужно вернуться, короче, и пройти эту миссию на идеально. Вот именно вот эту вот миссию, потому что мы прошли ее на бронзу. Давайте мы тогда попробуем еще раз очки пройти. Так, 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 так. Опа, 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 опа. Эуч. Это было больно вообще-то, на. Короче, ребят, проходим еще эту миссию и все. И будем открывать с вами другую игру. Но она же довольно-таки легкая. Ну как я ее не мог пройти? На идеально. Что? Are you kidding me? Are you kidding me, реально? Что за приколы? Давай, иди сюда. Иди сюда, взрывной чувак. Давай, разгоняйся уже. Разгоняйся, мы вот так вот сделаем. Все, отлично. Сейчас медаль улучшена. Ну, конечно, медаль улучшена. Я же не зря переигрывал эту миссию. Ладно, следующая игра, это у нас зомби-цунами. Я уже ранее играл, конечно же, в эту вот игру, поэтому вот я уже более-менее умею в нее играть. Раньше, помню, когда я только начинал играть в эту игру, ё-моё, какая же она была сложная, ребята. Очень сложная, но сейчас все очень легко и просто вообще-то тут на самом-то деле. Так, ускоряемся, там еще какие-то, смотрите, бумеранги. А, кстати, бумеранги, ребят, нужно ловить. За бумеранги мы получаем какие-то бонусы. Так, это большая машина. Тебя мы тоже съедаем, отличненько. Так, подпрыгиваем, подпрыгиваем. Опа, опа, о, мусорник. Съели. Хорошо, ребята. Так, сколько у нас уже чувачков тут? 6 штучек, да? 6 штук. Угу. Так, вон там был еще один бумеранг. Давай, 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 прыгаем. Ай, блин, прям на бомбу попал. О, лаки-блок, ребят. Отличненько. Кстати, прикольно. Это типа как волна, да? Типа как цунами какое-то. Так, и мы, в принципе, когда вот на этом цунами, мы с вами можем и чувачков, как его, подбирать, да, и все на своем пути, короче, сносим. Просто берем и сносим. Так, о, целая куча людишек. Хорошо, перепрыгиваем. О, сколько я там потерял, ребят, много потерял, в принципе, даже очень много. Так, машинка, отличненько. Ой, танк, не-не-не-не, танк, танк мы не осилим. А ту машину мы бы, блин, осилили. Чё я её не захватил, ребят, я не знаю. Так, ладненько, перепрыгиваем через это, через все. Снова перепрыгиваем. Чувачка съедаем. Ребят, короче, вот у нас будет одна жизнь. Долго играть мы в эту игрушечку не будем с вами. У нас впереди целая куча прикольных игрушек, которые мы сегодня с вами должны поиграть. Так, короче, смотрите, мы поймали с вами 12 бумерангов из 35, да? То есть 12 из 35, это, в принципе, нормально, наверное, да? Так, но у нас осталось только трое, снова лаки-блок. Отлично, мы ниндзя. Вот теперь, по-моему, что мы не взрываемся, да, если я не ошибаюсь. Ну, давайте мы просто рискнем. Давайте постараемся куда-то просто врезаться. Так, у нас 4 бойца. Тут еще какое-то землетрясение происходит, да? Так, давай-давай, прыгает. Уже 5 бойцов, отлично. Бам. А, не-не-не, все-таки, ребята, мы взрываемся. Все-таки мы взрываемся. Ау, мы просто выше прыгаем, ребят. Да, мы выше прыгали. Блин, чувачка одного пропустил, печально. Очень печально, осталось еще 2, ребята, 2. А, все, проиграли, ребят. Ну, да и ладно. Мы так долго играли в эту вот игрушечку. Давайте будем ее закрывать. Открываем следующую игру. И это у нас, ребята, Crazy Santa. Так, наша первая миссия. Нам нужно, короче, там что-то похитить, ребят. Нам нужно что-то похитить. А, это получается, что Санта от нас, да, находится на таком расстоянии. А что нам нужно украсть? А, вон Санта. Нам нужно украсть вот этот вот алмазик. Так, оп, все, мы его похитили. И теперь убегаем, ребята, убегаем отсюда. Нам нужно его, наверное, вот отнести вот сюда вот, да? Вот в это вот место. Случайно, это не те же самые разработчики, которые с Heritage 3D? Может быть, ребята, потому что обычно они снимают вот такое вот. Так, да, в принципе, ребята, миссия выполнена. Первая миссия выполнена. Давайте посмотрим вторую миссию. Так, вот подарок.
Steal the gift и принести его вот сюда. Вот, хорошо, без проблем. Let's go to gameplay. Давай, вернемся в геймплей. Так, карта. Нам нужно, наверное, вот сюда вот зайти, да? Так, пока что я еще не понимаю, какую именно из сторон. Ну, наверное, что вот в эту вот сторону нам нужно, ребята, направляться, да. Наверное, что в эту, потому что вот тут, вот видите, 38 метров. 38 метров до какой-то цели. Двери мы с вами можем открывать? Ау, Санта сейчас... Блин, он меня поймал и вырубил палкой. Чего? Ладно, давайте мы еще разочек попробуем. Сложная игрушка, сложная. Тут можно как-то уровень сложности, ну там, знаете, уменьшить, что ли? Сейчас посмотрим. Не, наверное, что вряд ли, ребятки. Вряд ли можно его уменьшить, этот уровень сложности. Так, 46 метров, короче, хорошо. Так, есть мини-карта. Нам нужно вот, ребята, бежать вот сюда, вот. Злой Санта вон где находится. Хорошо, хорошо, хорошо. А мы сюда вот забежим. Так. Так. Что меня... Он меня снова поймал. Я думал, что можно было через него пробежать, но, к сожалению, что нет, ребят. Ладно. Давайте будем эту игрушку закрывать. Открываем последнюю игру. Это у нас Ice Cream 3. Ребят, вообще, как по мне, то Ice Cream очень сложная игра. Безумно сложная. И мне бы, конечно, хотелось хоть, знаете, хоть какую-то головоломку здесь пройти, но... Я, к сожалению, еще, в принципе, здесь ничего толком даже не проходил. Я чисто так, грубо говоря, на полпути всегда останавливался. То есть вот не до конца доигрывал, короче, эти головоломки разные. Так, вот, короче, ключи, да? Отлично, берем их, и нам нужно открыть входную дверь. Это входная дверь или нет? Нет, это не входная дверь. Входная дверь вот с этой стороны находится, да? Хорошо, вот она, да? Так, отлично, открываем дверку, и это видео мы проматываем, потому что, ну, ребятки, многие из вас, наверное, уже видели его, то видео. Так, теперь мы должны с вами спрятаться, чтобы мороженчик, грубо говоря, взял и уронил свой блокнот. Ну, к сожалению, ребятки, нельзя это все промотать. Поэтому смотрим, ребят, смотрим. Все, он уронил свой блокнот. Угу. Сейчас мы его подберем. Ребят, мы играем в режиме призрак, поэтому этот Роды, либо Род, как его зовут? Род его зовут, по-моему, да? Род нам ничего не сделает. Так, берем тогда эту штуку, и нам нужно открыть дверь, да? Хорошо, так, нацелились, и пяу! Отлично, так, выбрасываем теперь ее. Она нам не нужна. Берем карту, открываем дверь, и ставим карту вот сюда, вот. Так, давайте мы с вами поедем, например... Так, станция метро. Давайте пойдем в станцию метро. Это проматываем по-быстренькому. Давай, 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 давай. Следующий сюжет мы тоже быстренько промотаем. И, ребятки, выходим отсюда. Так, что нам нужно здесь делать? Есть здесь какая-то подсказка? Так, доступ в магазин мини-мотоциклов. Нам нужно получить доступ, да? Угу. Ну, хорошо, давайте постараемся это сделать. Я так понимаю, что... Да, туда мы идти не можем. Давайте просто я попробую. Вообще, вот сюда можно зайти? Нет, нельзя. Значит, нам нужно идти только вперед. Как говорится, назад пути нет, да? Поэтому мы с вами идем вперед. Угу. И нам нужен доступ к какому-то магазинчику. О, отлично, что-то засветилось. Так, доступ к кабине. Доступ к кабине. А то писало доступ к магазину. Ну, хорошо. Так, no entrance. Нет входа. Хорошо, значит, идем в эту вот сторону. Это у нас карта метро. Она такая нечеткая какая-то, да? Нечеткая карта метро. Разработчики особо не старались. Не сильно старались над игрой, да? Ну, вот, ребят, согласитесь, что они ее очень сложную сделали, эту игрушку. Просто безумно сложную. Вот, я, например, такие игрушки не люблю проходить. Но я чисто прохожу ее по той причине, из-за того, что вы пишете в комментариях. Что там много раз вы уже мне писали, типа, пройди Ice Cream. Но я посмотрел, есть, короче, три части Ice Cream, ребят. И я решил проходить последнюю часть. Так, это что такое? Это сейф какой-то, да? Так, что-то мы можем здесь подобрать. Так, подобрали. Отлично. И что, мы что-то выполнили или что? Так, домкрат. А, это домкрат, да? А что нам с ним сделать вообще, с этим домкратом, ребят? Нам, скорее всего, что нужно его отнести, наверное, что этот? К себе туда, вот в фургончик, да, мне кажется, ребятки? Ну, скорее всего, что да. Ребят, давайте вы мне будете в комментариях писать, что вот, например, что мне реально здесь нужно сделать в первую очередь. Ну, если вы, конечно, проходили эту игрушку. Ну, а на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи и всем пока!